профи, которых буквально с руками отрывают. В Курске продолжается чемпионат рабочих специальностей WorldSkills. Сиделки, повара, парикмахеры – всего 15 направлений, включая мобильную робототехнику для самых маленьких участников. В рамках конкурса прошла Всероссийская научно-практическая конференция. Представители 11 регионов говорили о развитии среднего профессионального образования. Жизнь меняется, а вместе с ней стандарты обучения. Курская область следует актуальным тенденциям. Например, учебные заведения плотно сотрудничают с будущими работодателями. Мы активно сейчас занимаемся дуальным обучением. Например, Курский политехнический колледж реализует программы дуального обучения с Курской атомной станцией. Дуальное обучение, когда предприятие совместно с образовательным учреждением совместно разрабатывают учебный план, совместно наполняют рабочие программы. И, кроме того, представители работодателя активно участвуют в образовательном процессе. Они сами занимаются с детьми. Кроме того, сами обучающиеся имеют возможность учиться на территории предприятия. Таким образом, после получения диплома у юного профессионала уже есть необходимый для работы опыт.